текущей сессии в мажилисе обсуждали все самые актуальные вопросы, волнующие казахстанцев. Это лудомания, вейпы, религиозное воспитание, закредитованность населения, бытовое насилие, безопасность на производстве, рост цен и многое другое. По исполнению всех наиболее важных наказов избирателей перед депутатами публично отчитались члены правительства. Актуальные проблемы закредитованности казахстанцев и финансовой грамотности были обсуждены на парламентских слушаниях. Конструктивные предложения депутатов вошли в инициированный законопроект по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков. Во исполнение конституционной реформы начата практика заслушивания Высшей аудиторской палаты. Депутаты заслушали отчеты по вопросам теплоснабжения и водным ресурсам. Все важные мероприятия в мажилисе проходят прозрачно и открыто в прямом эфире и с участием средств массовой информации. В текущей сессии активизирована работа общественной палаты. Наиболее общественно значимые законопроекты проходили нулевое чтение с участием экспертов и общественников. Коллеги, с начала следующего года депутаты выезжают в регион для встречи с избирателями. Запланировано посещение производственных предприятий, шахт, заводов, больниц, объектов ЖКХ, сел. Должен состояться открытый и живой разговор с людьми. Мы должны проконтролировать, как реализуется поручение президента по улучшению жизни населения. Все вопросы, поднятые населением, мы будем в дальнейшем ставить перед правительством и акиматами. Эту работу будет координировать мой заместитель Рау Альберт Павлович вместе с руководителями фракции.